велосипедист не хорошо звучит. Видишь, перевернутым стараюсь это, рулем поворота поворачивать, Виталь. Угу. Видишь? Довольно-таки тяжело, блядь. Он же на крыло сваливается. Или ровно, ну? Нет, зачем? Просто специально. Полетел. Маленько, наверное, тяжеловатый, да? Ну, в принципе, хватает. Ну, крылья 400 весит, каждое крыло. Ну, плюс батарейка по 100 грамм, 500 грамм. Сколько, ты говоришь, он весит? Да я его в полетный-то не вешивал, я раздельно все взвешивал. Сколько? Фюзеляж 500, крылья 500. Ой, крылья килограмм, считай. Ну, считай, 1,5 килограмма. Ну, плюс обвес, наверное, килограмм-полтора. Мотор, в смысле, да? Ну. А можно же взвесить. Пока батарейки не сел. Угу. Давай без мента. Сколько там? А его включить надо, во-первых. Подожди, сейчас тут машинку-то зажал. Давай. Кило 700. Чего? Сейчас. Один мотор на кило весит. Три семьсот сорок. Вот это другое дело. Ну, если тяга 4 килограмма, то нормальный, он спокойно из-за этого висит, да? Ну. Где-то 1-2 получается, да? Даже больше, наверное. Ну, хотя, блин, должен лучше, он лучше, Виталь. Это? Он, может, не прикатался еще. Экспоненту надо убавить маленько. Как бы подхватывать, не хочет, не хочет, а потом, блядь, хочет. На руле высоты, что ли? Ну, хотя бы на руле высоты. Элерон-то вроде устраивает.
Тоже так элерон нормально, но. Экспонента 40. На 30 сделать? 35. Сделали. Так, машина там едет, мешает твоя, наверное, да? Объеду. Я их туда звал, что ли? Так. В лес приехал и по буеракам не поездить, да? Еще это? Элерон перекошенный, тоже это. Но... это да. Но он же, ты хоть как рули, он все в одну сторону будет подворачивать. Но... ну хотя это, не особо уж так, на нашем уровне, блин. Без разницы. Ты скажи, блядь, не летали, не летали, на нем все равно кататься надо, сколько-то это. Ну, с недельку хотя бы полетать, да, блин? Ну. Чтобы это, почувствовать себя поспокойнее. Да не надо, не держи. Включил?